Цена на дизтопливо в Молдове бьет новый антирекорд. По данным Национального агентства по регулированию в энергетике, в среду она перешагнет порог в 29 леев. Сообщается, что предельная стоимость солярки вырастет на 64 бана, и ее будут продавать максимум за 29 леев 30 банов за литр. Бензин будет стоить 32 леев 59 банов за литр. Это на 39 банов больше, чем во вторник. Нары объясняет рост цен беспрецедентным повышением котировок плац, которые достигли рекордного уровня на последних сессиях. Бензин стоит около 1400 $306 за тонну, а дизтопливо 1343 доллара за тонну.